Над вводом отремонтированного путепровода на новом рынке работают не только строители. Это специалисты Горэлектротранса. Прямо сейчас, в конце июля, они приступили к сборке рельсов, по которым будут ездить трамваи на обновленном мосту. Это делают для того, чтобы максимально ускорить запуск движения на путепроводе. Мы сейчас комплектуем звенья для того, чтобы обыграть время. Когда будет готов путепровод, у нас уже к этому времени должны подготовлены звенья по рельсошпальной решетке. Напомним, в апреле этого года на Горэлектротранс поступило более 2 километров рельсов марки ТВ-62 для изготовления новой трамвайной линии. Их приобрел подрядчик Барнаульская ДСУ номер 4. Саму сборку начали недавно, а завершить ее планируют уже в августе. Затем готовые конструкции доставят на объект и начнут укладку. Мы должны собрать порядка 70 звеньев. Значит, материал основной на базу завезен. На сегодняшний день 20 человек работают, задействованы на предприятии. К этому моменту рабочие смонтировали на мосту первую 48-метровую балку пролета между 3-й и 4-й опорами. Для того, чтобы установить огромную конструкцию, использовались 2 крана. А чтобы завершить сборку пролета между 3-й и 4-й опорами, нужно смонтировать еще 5 таких балок. Это планируют сделать за месяц с небольшим. По словам подрядчика, работы идут по графику. После окончания реконструкции на путепроводе будет по 3 полосы в обе сторону, 2 трамвайные линии и широкие пешеходные тротуары. Дмитрий Дроздов, День с толком.